С невысокими доходами бердские семьи, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет, будут получать новые выплаты. О дополнительной мере поддержки рассказал президент России Владимир Путин в своем видеообращении на официальном сайте Кремля. Установить выплаты на детей от 8 до 16 лет, включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами. Поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае. Напомню, в России также предусмотрены ежемесячные выплаты беременным и семьям с низкими доходами, где есть дети до 7 лет включительно, а также родителям-одиночкам с детьми возрастом от 7 до 16 лет.